Take me away to a much better place. Yeah, we could run away. Yeah, we could go today. Just take me away. Where we all feel the same. Where we all feel okay. Where we all feel no pain. Yeah, I don't wanna stay down no more. Me with the pain and the stab as I grow. Turn up the mic gain as I grab what I know. I want the right fame just to pass you my flow. I wanna teach the masses like classes. Just out of practice, so maybe you could pass this class called life. We live then we die, so we might as well try. Not only get by before you're in the sky. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. Okay, I'm okay, yeah. There's no pain, yeah, there's no pain, yeah. I'm okay, yeah, 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 yeah. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Итак, ребят, всем привет! Сегодня вот в такой классный зимний денечек я вырвался записать обзор на палочку Arena Stream. Я уже очень долго на нее рыбачу, очень много людей просило снять обзор. И это логично, потому что палочка специфическая, я бы сказал, узконаправленная, поэтому чтобы никто ее не купил, если она вам вдруг не пригодится. Я сегодня расскажу, в каких условиях на нее лучше ловить и чем она действительно классная. Можно сказать, что это моя одна из любимых палочек. Так что поехали! Это видео буду плотно разбавлять кадрами с рыбалок, в которых участвовала эта палочка. То есть летними, веселыми, хорошими кадрами, светлыми, теплыми. Так что, кто не любит зимнюю рыбалку, думаю, видео очень понравится, будет очень интересно смотреть. В модельном ряду всего 5 палочек. Сейчас я выведу таблицу, там вы все четко увидите. Тест, рост, транспортировочную, все абсолютно, какой строй, все абсолютно вы видите сейчас в таблице. Сегодня мой обзор будет на примере палочки 1,80 м с тестом от 2 до 7 грамм. То есть именно эту палку я юзал очень долго в разных условиях, в разных реках, на разных везде. И про нее сегодня пойдет речь. Поскольку основная масса все равно это джигиты и любители воблеров, поэтому я сначала расскажу, в каких условиях эта палочка мне полюбилась, а потом расскажу почему. То есть по характеристикам пробежимся по полностью по этим. Первое — это сплавы. Лично в моих условиях это сплавы. Реки абсолютно разные, не сильно здоровые, то есть это не река Днепр. Это такие небольшие речки, которые там в ширину могут достигать 50 метров или 20, вот в таком диапазоне. То есть это речки Псел, это Десна была, это был Оскол, это был Южный Бух, это была Ворскла. То есть вот такие речки, сплавы для этой палочки очень хорошо подходят. Почему сплавы? Потому что ты на лодке, тебя несет течение, ты можешь подгребсти и подбрасываешь под бережок, ловишь себе, в основном это голавлик, также влетают, как всегда, окунечки, также щучки, также жерешки могут какие-то небольшие влетать, краснопера. То есть абсолютно всю рыбку на эту палочку можно ловить, но основной настрой, конечно, все равно голавль. Второе — это, например, береговая рыбалка, но рыбалка опять-таки по небольшим речкам, где не нужен какой-то сумасшедший дальний заброс, потому что эти палочки, грубо говоря, все коротыши, то есть они не длинные. И еще могу выделить это вброд, рыбалка вброд. То есть у меня есть такая одна небольшая речушка, тоже она очень маленькая, там никакого дальнего заброса не нужно, там все завалено, и поэтому рост, наоборот, ее короткий, это плюс. То есть вот в таких условиях, в принципе, эта палочка отлично подходит. Также она, в принципе, подходит, я смотрел, это как вот рыбалки на Южном Буге, я там был сплавом, но также я ходил и по берегу кидал. То есть там эта палочка тоже отлично подходит, если вы там в вейдерсах, в забродах или даже просто разделись и ходите по берегу, где-то в перекатах ловите голавлика. Голавлика, окуня, неважно. То есть эта палочка тоже очень хорошо подойдет. Следующее, что хочу рассказать, это по стилю ловли, по приманкам, которые я бросаю этой палочкой, и по видам рыб, да, которые я ловлю на эту палочку в основном, чтобы сейчас, не дай бог, никакой джигит ее сразу себе не купил. Сказал, о, Жека хвалил, надо покупать. Смотрите, в основном это голавль, все равно упираемся в голавля. Понятно, что может клюнуть окунь, щучка, краснопера попадается, жерешки там небольшие, кто-то язя хорошо ловит, в горных реках форель я на нее ловил. То есть это все можно ловить на нее, и это все мы ловим в основном на или на блесенки небольшие, микроколебалки. То есть в пределах я ловлю до 5 грамм. От 2, там, от, до 5 грамм, грубо говоря, это железячечки, микроколебалки. Также это воблерочки, всякие
небольшие воблерочки, на которые в основном ловится голавль. То есть размер, я думаю, где-то до 5 сантиметров. Максимум, потолок. Вот такие воблерки мы используем. То есть это основные приманки. По джигу я вообще ничего про нее... Я про нее расскажу, по джигу, но это будет в конце. Эта палка не для джига. Это узконаправленная палка специально для ловли на колебло и на воблерочки. Как, чисто как для меня. Можно папирочек, волкерочек небольшой, это все можно. В основном это равномерная проводка. Если мы кидаем какие-то микроколебалки, то есть мы забросили, ведем равномерно, даже если есть какой-то сбой игры, люди любят так делать, сбой какой-то, это доли секунды, это в основном постоянно между приманкой и вот этим удилищем постоянно есть натяжение, постоянно контроль приманки есть. Поэтому никакие поклевочки мы не пропускаем. Так же само воблерочки, кренки какие-то. Мы забросили, сделали проводку, над течением его несет, постоянно мы контролируем приманку. Если что-то там происходит, мы сразу это все слышим, течение нам помогает. То есть в основном равномерная проводка. И забыл сказать за вертушки, вся рыба, что я перечислил, тоже в принципе любят вертушки. Поэтому вертушки тоже этой палочкой абсолютно нормально можно бросать. Ну и теперь давайте по порядку расскажу, чем эта палка классная. Потому что вот если с сегодняшними тенденциями, да, сравнивать, все сейчас переходят к более длинным палкам, ну, это я имею в виду джиг, да, более длинные, более быстрые, экстрафасты такие, чтобы вы чувствовали каждый там малейший какой-то тычочек, все это чувствовали. Это же, во-первых, это среднебыстрая палка, ну, грубо говоря, средняя, moderate fast, средняя, средний строй, это коротыш, и еще все любят высокомодульные палки, да, там 40-46, там, или вообще какие-то японцы, высокомодульные, чтобы мы прям чувствовали, как там в руку отбивается, поскольку я рассказал, что в основном проводка равномерная, никакого там отбивания в руку нам не надо, поэтому сейчас пробежимся по ее характеристикам и я расскажу, чем она классная, и поехали. Начинаем с роста. У нее небольшой рост, конкретно у моей вот этой модельки от 2 до 7 грамм рост 1,80 м. Это короткая палка. При условиях, которых я рассказал, это очень большой плюс. Потому что, когда мы плывем на лодке, мы можем... В основном, как это происходит? Мы плывем по реке, если река широкая, что мы не можем подбросить под два берега, мы смотрим глазками, где более перспективный берег, к нему подплываем в метрах 15-20 и подлаживаем приманочку. Подложили, вытянули, подложили, вытянули, и где-то там происходит как раз поклевочка. То есть нам сильно дальний заброс не надо, потому что мы можем лодкой регулировать ближе, дальше. Это первое. Второе, чем плюс у короткой палки 1,80 м. Ей намного удобнее. Вот если вы попробуете, вы прям поймете, если вы на лодке вот будете плыть, и вам надо подложить под какие-то нависающие куст, нависающие ветки над водой, например, метровое расстояние, а до берега там еще 3 метра. Вы как раз короткой палкой можете снизу делать заброс, прямо с под самой воды, снизу вверх. Вот если попробуете, вы поймете, этой палкой можно залаживать прямо вот, вот куда хотите. Короткая палка в этом просто рулит. Длинная палка, вот можете попробовать, это нет. Короткая палка в этом очень большой плюс. Следующее, если мы лазим, как я вот люблю лазить вброд вообще, да, там по речушке, в говно вот это месить, короче, и там тоже все завалено корягами просто. И там надо именно короткая палка, чтобы мы могли где-то все вот так мешает, и там в какое-то где-то в 10 сантиметров там эдж где-то там закинуть, эта палка просто самолет. Раз залез с ней тоже в такие прикольные места, ну такие заросшие, никто там, нога человека не ступала, и такое прям вот кинуть вообще ни справа, ни слева, никак. Доходило до того, что ей я доматывал до самого тюльпана и забрасывал вот так вот, вот. Видите? Вот так можно ей с под ног прям снизу закинуть. Вот этим тоже короткие палки в условиях, где просто жесть, рулят. Следующее сюда же отнесу к росту — дальность заброса. У этой палки, если вы вот мое видео забьете, да, и начнете искать отзывы об этой палочке, первое, что вы найдете, это то, что она охрененно хорошо кидает. Несмотря на то, что она коротыш, маленькая, она кидает очень хорошо. Это не говорит о том, что она кидает лучше длинных палок, но она на свой рост кидает очень классно. Почему? Потому что у нее строй moderate fast. Это, можно сказать, средний строй. Упал портфель. Средний быстрый строй. Почему он хорошо кидает? Потому что в этом строе при забросе задействована большая часть палки.
То есть не только вершинка, как у экстрафастов. Тут в бросок влаживается больше кусок палки. И за счет этого она кидает очень хорошо. Следующее, почему она еще немножечко, там несколько процентов до заброса добавляет. Это колечки. Тут колечки стоят копия Fuji KR концепта. То есть высокие лапки, три больших кольца. Дальше все раннинги. Гасится факел вылета, за счет этого летит дальше. И второе, это вставки. Вставки тоненькие, копия Торзайта. То есть это не Торзайт, но это копия Торзайта, что тоже очень хорошо немножечко влияет на дальность заброса. Также это очень хорошо влияет, особенно на сплавах. Тополиный пух, жара, июль, пух летит очень сильно. И иногда мы кидаем в какое-то крутое место, где надо именно сделать эту проводку, где может сидеть хороший галавль. И у нас, короче, начинает пух по леске идти, забивается вот это верхнее кольцо. С вот этими тоненькими вставками получается при одинаковом наружном диаметре внутренний диаметр получается больше. И это тоже плюс именно для таких условий. Все сейчас любят джигиты, опять-таки, чтобы палки были наоборот фаст, экстра фаст, чтобы мы конкретно чувствовали, когда приманочка отбивается от дна. Тут, как я уже сказал, этого не нужно, потому что в основном рыбалка происходит на блесенки и ваблерочки. Равномерная проводка. Нам не надо касания дна, поэтому у этого строя больше преимуществ. Почему? Потому что когда мы уже зацепили рыбку, она клюнула, у нас постоянно нагрузка между приманкой и удилищем, поклевка есть. Такой строй, во-первых, он гасит рывки. Будет меньше сходов. Он, то есть, хорошенько вяжет рыбку вот этот. Ты-ты-ты-ты-ты. Во-вторых, как по мне, мы действительно получаем намного больше. Вот я вот заметил, да, даже я пришел к тому, что палка должна быть экстрафаст для джига, более длинная, то есть береговик у меня сейчас 2.50, я уже к этому пришел. С лодки я уже не воспринимаю палки, которые меньше 2.30, то есть 2.30 начинается, и больше даже с лодки. Вот на Днепре я ловлю длинными палками. Тут же получается какая штука, когда мы уже рыбку поймали, действительно получаешь больше удовольствия, когда у тебя больший кусок спиннинга работает. Это я называю это диапазон кайфа. Когда у тебя больше палки вот это вот участвует в вываживании рыбы, ты действительно получаешь больше удовольствия от этого вываживания. Просто диапазон кайфа, когда ты чу-чу-чу-чу-чу. Если у вас коля, когда вы там зацепили, притащил ее, все. Тут же это, короче, ну, непередаваемое ощущение. Тем более, я же говорю, речь идет больше, конечно, в основном за галавлика, поэтому это бойкая рыбка, просто супер. Следующее. Часто рыбачу на безбородые крючки. Этот строй вяжет хорошо рыбку, не сливает абсолютно. Я вообще скажу, вот сколько я ловил галавликов, даже не крупных, все на месте остается даже на безбородых крючках. Там Нориас, блесенки, СВ Фишинг, там есть безбороды. Все очень-очень классно. Нагрузил две чебурашки по 40 грамм, чтобы примерно вы посмотрели, какой у нее строй. Не знаю, видно или нет, но, короче, вот. Вот так вот 80 грамм ее нагрузили. Сейчас попробую объяснить на примере вертушки, почему не нужна вот в этих условиях, в такой рыбалке, про какую я сейчас рассказываю, какая-то сверхчувствительная высокомодульная палка. Смотрите, на примере вертушки рассказываю. Все мы рыбачили по-любому на вертушке. Вы когда забрасываете вертушку, начинаете ее тянуть, она включается, и вы сразу нагрузка почувствовали, и вы ее тащите. Слышно такая нагрузка. Если же малейшая травинка, малейшая поклевка сбивает работу вертушки, вы это сразу же чувствуете в руку. Тут получается тот же принцип, когда мы тянем в блесенки, в воблерочки, там кренки с разным заглублением, неважно. Происходит то же самое, особенно на речках с течением в основном это. Мы тянем приманку, та же фигня, постоянная нагрузка между приманкой и палкой, и мы все абсолютно чувствуем. Поэтому нам не надо какая-то высокомодульная, быстрая, сверхбыстрая палка. Тут наоборот плюсы именно у вот этого строя, у вот этого роста и вообще у этой палки. И еще пару штук, которые производитель рассказывал, я подслушал, интересные штуки, короче. Получается, несмотря на строй средний, да, ее строй, ну, среднебыстрый, средний, у нее хорошая жесткость. То есть жесткость и строй – это две разные вещи. То есть строй – это то, откуда палка гнется, а жесткость – это сколько усилий надо приложить, чтобы она оттуда согнулась. То есть у этой палочки довольно неплохая жесткость, поэтому она при своем строе тоже довольно-таки информативная, чувствительная.
И вторая интересная штука, это чем конуснее палка, тем производитель пытался сделать эту палку более быструю. Там X-Fast или Extra-Fast. Чем больше она идет на конус. Вот как раз аренка, она не сильно идет на конус. Я вот с импульсом сейчас их положу и посмотрим, что вот в комле импульс намного толще, но на выходе импульс там волосинка. Тут же наоборот. В комле она тоненькая. И конец у нее довольно-таки толстый. То есть она не сильно идет на конус, поэтому вот и такой строй у нее получился. И не путайте арену стрим с просто ареной. Арена Vivid, арена на торзайтах. То есть у фаворита есть очень много разновидностей арен. Эти палки используются для ловли форели в закрытых каких-то ставках, на платниках, там где нет течения. И те палки более медленного строя. То есть вообще колбасы. Медленные, slow. Эта же палочка намного быстрее. Эта палочка специально для течения, для речек с течения, горных, форелька, голавль, где-то сплавы, то, что я рассказывал. Модульность карбона у этой палки 30Т, то есть не высокомодульный карбон, не какой-то сверхвысокомодульный. Есть еще 36, 40, 46, тут же 30 карбон. Вот в этих палках медленных, которые я говорю, арена, арена Vivid, там вообще 24 карбон, потому что тут нет задачи сделать какую-то сверхбыструю палку. Для того, чтобы сделать медленную палку, как раз и нужен низкомодульный карбон, который будет гнуться. Итак, вот такой у нас чехольчик, ничего замысловатого, конечно, уже в некоторых местах он у меня так пострадал. Там, где кольца упираются особенно. Два отсека для вершинки, для комлевой части. Все. Так, коротко заджиг. Я бы не советовал эту палку как универсал. Да, например, кто-то сейчас подумает. А я, в принципе, блесенками, воблерками ловлю. Но я и джигом ловлю. 50 на 50. Нет, не скажу. Это конкретно... это мое мнение. Вообще, это все, что я рассказываю, это мое мнение. Это узконаправленная палка. Вот в таких условиях, как я рассказал. Она хорошо подойдет. Или в вейдерсах вы ходите где-то там по Южному Бугу. Или на сплаве. Или по каким-то мелким речушкам там колупаете какую-то рыбку. Вот это. Джигом, я скажу, я на нее рыбачу. Я иногда, когда вот с дачи выплываю на псел, на само русло, я проплываю заливы. И когда я проплываю заливы, я останавливаюсь в местах, где хорошо, ну, где у меня там местечки, где окунь клюет. Я останавливаюсь, я крюк кидаю, пробую, конечно, будет клевать окунек или нет. Можно ловить ей на джиг, но я не советую покупать, если у вас в планах джиг, эту палку. Нет. Теперь расскажу по-честному. Эта палка у меня уже, я скажу так, очень давненько. Я сломал уже две вершинки. Сломал их по своей вине. Одну я, получается, блесенкой зацепился за какую-то там, не помню, веточка, травичка. И, блин, дергал, чтобы прилетает, короче, эта блесна в верхнюю часть напополам сразу. Пам! И все. Это я первый раз сломал. И второй раз вообще я просто ее поставил к какой-то ветке, к кусту. Она упала как-то так тихо-тихо, что я не заметил. Я там что-то делал. Я такой разворачиваюсь и просто наступаю на кончик, ломаю. То есть я поломал уже два раза эту палку, и я все равно с этой палкой. Потому что, ну, действительно, мне она очень зашла. Но хочу сказать, что в следующем году я хочу попробовать ее же только в тесте от 1 до 5 грамма. То есть меньше тест, там еще меньше рост. Я вот хочу ее попробовать. Почему? Смотрите, я вот был на разных реках. Вот у нас в основном больше сплавов у меня по нашей реке Пупслу, потому что он ближе, на него легче вырваться. И у нас очень много мелкого головля. Каждая река вообще, она по-своему как-то уникальна. Вот я был на Десне, да? Там я ловил головлей и ловил головлей хороших. Но там они очень редко попадались. То есть редко, но метко. Такие хорошие лапти. Был на Осколе, в принципе, то же самое. Намного меньше головля ловилось, но экземплярчики были хорошие. Вот конкретно у нас псел, у нас очень много мелкого головля. И получается, вот эту палочку я посоветую, когда вы ловите, неважно, головль это окунь или еще что-то, но опять-таки, головль это в первую очередь. Грубо говоря, 250+. Вот когда голавлик 200-250 грамм и выше, вот тогда действительно на вываживании получаешь удовольствие от этой палки. Если голавлик меньше, уже немножко не то. Ну, клюнул, вымотал, взял, никакой там вот этого нету. Поэтому в следующем году хочу попробовать от 1 до 5 грамм эту палочку конкретно под наш псел. У нас очень много мелкого голавля, и чтобы хоть какое-то получать удовольствие от вываживания более мелких голавликов. Для тех, кто переживает, что
клюнет какой-то трофей, да, вот на сплавах часто бывает жерех, да, мне, конечно, очень редко везет поймать какого-то хорошего жереха, но если, например, какой-то хороший клюнет хорошая рыба, да, у палки с таким вот средне-быстрым строем очень хорошие вяжущие качества, то есть не надо бояться, что клюнет какая-то большая рыба, и вы ее не вытащите, то есть вот этот строй гасит все рывки, и вы, в принципе, сможете достать абсолютно любого размера рыбу, ну, в пределах разумного. Даже если у вас тоненький шнур стоит, все это можно, ее, эта палка хорошо будет вязать. Но, конечно, есть одно условие, если у вас есть где с ней погулять, поиграться, то есть, если, конечно, условия такие, где надо форсировать, там, конечно, у вас ничего не получится. Но если условия чистые, как вот на сплаве, да, например, зацепили что-то, есть где поиграться вокруг лодки, там, то вы даже большую рыбку сможете забороть ей и вытащить. Вот я, кстати, знаю, Павел Лесоцкий на такую палочку только вроде в самом большом тесте, с тестом 3.10, где-то там в Норвегии вроде, он там тягал щук таких, ну, вроде двушки-трешки он рассказывал на палку и вообще без каких-либо проблем. То есть все вытягивало, все было классно. Это не значит, что я сделал конкретно рекламу вот этой палки. Она подходит. Я в этом видео попытался рассказать характеристики спиннинга, который подойдет для сплавной рыбалки. То есть вы можете взять какого-то другого производителя с примерно с похожими характеристиками, как я только что рассказывал. И эта палочка вам тоже хорошо подойдет для сплавов, брождение по рекам, какие-то там южные буги в порогах рыбачить, все это вам подойдет. Но все равно лучше берите Арену Стрим. Это реально крутая палка. Ребят, кто меня понял, кто почувствовал, что в принципе эта палочка, которая может ему понравиться, ее я советую покупать у официалов. Официальный представитель — это интернет-магазин Ibis. То есть это ребята с Фаворита. То есть они производят эти палки, и лучше покупать именно у официального представителя. Второе место, где их лучше покупать, еще лучше даже, это покупать их у меня в интернет-магазине. Это вторая ссылка будет под видео. Официалы первая, моя вторая. У меня, если вы купите у меня, будет все абсолютно то же самое, только вы поможете мне. Тот же гарантийник, тот же, все то же самое. И еще я перед отправкой их еще дополнительно проверяю, потому что бывает иногда. Я сам их проверяю и потом отправляю. Так что вот эти первые две ссылки под видео, вы можете взять эти палки. Фух, ох, сегодня я реально много трындел. Вроде бы все, ребят. С вами был Жека Докучаев, канал Tour Story. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересного. Все, всем пока. До следующих видосов, я уже надеюсь, с рыбалки. И следующие, я надеюсь, будут со льда. Всем пока. Yeah, we could go today. Just take me away. Where we all feel the same. Where we all feel okay. Where we all feel no pain. Yeah. I don't wanna stay down no more. Hit me with the pain and the stab as I grow. Turn up the mic gain as I grab what I know. I want the right fame just to pass you my flow.